Пацаны, в начале короткая политформация, вот это вы там херло, блин, а кто начал, кто кричал, что их на ножи, блин, и что кто не скачет, тот москаль, блин, на нафиг, вот это, блин, это, шучу, пацаны, блин, плачу, сижу, плачу, горе в мене, горе, позвонила мене людина, Дейв зовут, и со своим сынку хотели приехать на охоту. И было это стопроцентно, стопудово так. И все время кричали, что с осени, и зимой, и на Новый год, и после Нового года звонили, и деньги пихали, депозит. Не надо, говорю, пацаны, депозит. Приедете, дадите налом, и все, и вперед, и охотитесь. Ну, они постоянно приезжают каждый год, они местные, поэтому им твиттер не нужен. Они просто любят в моих домиках жить и мои угодья использовать. Ну, а там есть такие угодья, где я вообще никогда не охотился, и, наверное, не буду, потому что очень далеко. А им нравится. И вот это, в прошлом году они, знаете, что они это, ну, пацан замочил большого медведя, там, шкуру снял, а батя вообще замочил просто и так оставил. Я приезжаю, что, говорю, где ж, блин, со шкуры, все, баша медведя лежит такая крупная. Немцы бы там обосрались бы, они, блин, эти когти, блин, срезают, там, шары-вары называют и продают за большие деньги, блин. Он говорит, а мне не надо, просто по кайфу, говорит, отдохнуть от этой зимы хочу, блин. Ну, долго они живут, где-то 10 дней, наверное. Ага. Ну, и, короче, прекрасно так это. Ну, мне вообще ничего делать, вообще ничего не надо. Просто вот стою в носу, ковыряюсь так у калитки, так это и бабло кассирую. Шучу. Ну, блин, и позвонили, и говорят, извиняй, пожалуйста, там какой-то вирус, зараза, короче, нас не пускают, и мы не можем приехать. Ну, елки-палки, я думаю, плакать. Че, блин? Как гуляй, купец, блин, чем больше прогуляем, тем больше наживем, правильно? Ну, нету людей, нету денег, ну и расходов нету, значит, и доходов нету. Ну, будем кушать гречку, блин, это, и баранов. Сейчас я вам покажу, как жена ужин готовит. А что вы делаете? Варим кушать. Вот так вот, пацаны. Вот, блин, и сколько раз говорили, фабрики и заводам, и крестьянам все нафиг. А женщине лом в руки и мотыги, блин, чтобы у станков смену в три, ну, там это самое, короче, победу ковали, чтобы и дороги ремонтировали. Не приучайте их читать книжки. Капец будет, пацаны. Читаю комментарии. Вот Иосиф Маркович пишет «Спарта», там то все, я ему написал такой умный ответ и хочу с вами поделиться. Прибежал ко мне канадец один, говорит: «Вованыч, слышал, говорит, в Америке, в этой Северной Корее, говорит, кажется, вот этот помрал, говорит, ихний там, крупный такой-то, ну, который за всех кушает. Ой, блин, аж это пищит». Я говорю: «Молодец, браток. Теперь все, говорю, теперь, блин, счастье, свобода, демократия, радость. Ура. Наконец дождались. Теперь как, блин, помнишь, Сталин помер, блин, все тоже счастье, свобода, радость, блин. Помнишь, как Федя Костров помер? Помнишь, как Хо Ши Минь там это...» Он заплакал, ушел, нафиг обиделся, блин. Ну а чего, если он тупой, да? Хочется начать этот репортаж словами знаменитого украинского поэта Некрасенко. И вновь я в болоте, хожу я по кочкам, ищу я клюковки, живется нелегко. Везде карантины. Даже солнце, блин, за какую-то карантинную тучку зашло. Тетя Оля вон там ходит. Лис опять сегодня взяли. Зачем? Если кто-то к нам заедет туда, я там знак поставил. Сигналь! И пусть они сигналят, и тетя Оля тогда на лесопед и поедет. И... Черт его знает, пацаны, там на севере опять вспышка какая-то эпидемии. Ну и нам кислород перекрывает, вообще, по-моему, никого не пускают сейчас. Индейцев хотят вообще там за колючую проволоку посадить и все. Потому что у них немножко там это антисанитария, так и по много людей там в домах живет, и вообще там карантин бесполезно делать. Если там эпидемия, то это очень грустно. Ну, и возможно у нас это вообще никого не будет. Последние охотники спрыгнули, представляете, я вам уже говорил, да? А это, что-то еще хотел соврать. Ну, вчера все равно до хрена народу было, вообще только успевал подскакивать, блин. Вообще. Тетя Оля все продала, вообще. Прилавки были пустые. Ну, в смысле, там это что, настряпает, печет, все. А я заправщиком работал, пацаны. На бензине немного не заработаешь, но все равно, знаете, приятно вот так. Ну, как-то это... А, не знаю, не будем вдаваться в подробности. Динамит, давай еще клюкву эту, блин, или как ее там, херню, вот эту ягоду.
Пацаны, если вас уже немножко душит жаба, узбагойтесь. Этой самой конопли там на болоте не было, блин, вот эти красные ягоды, которые ни хера не урожай, короче. Вина не будет. А прошлогоднее поставили еще с клюквой. Ну, хорошее вино получается, очень хорошее прямо. Самое, наверное, такое. Я всегда считал, что с черной мородиной самое красивое вино. Вкусное, в смысле. Но, наверное, с клюквой тоже это прямо свежесть. Так прямо с ног сшибает. Так это вкусно. Так что и урожая нету. Зато тюк сена распилил пополам и затолкал в сеновал. Блин, полотно у бензопилы такое, а тюк такой, блин, ну что такое? Шмурыгал, шмурыгал вокруг, а потом и мачете, и топором, и пилом ручным. И, блин, Божья Матерь помогала очень много и очень часто, и с горем пополам. Ну все, пойдем теперь это немножко обсыхать и душ принимать, и все. Худеем, пацаны, худеем, беременность сгоняем. Блин, из-за вас на трассе останавливаюсь, вот нарушаю. Видишь, уточки везде вдоль берега, видишь, лед сходит. И уточка подтянулся. Дувай-то нету дома, блин. Ну я украл все, что мог. Масло забрал. Так, снег здесь сошел уже весь, видишь. Лед еще на озерах, еще с недельку. 15-го откроется сезон рыболовный у нас на севере, на юге раньше открывается. А сейчас какое-то, наверное, 6-е, 7-е, может. Пацаны, как вы отпраздновали 1 мая хоть, а? Флажков хватило, шариков или что? Я слышал, блин, вышел ночью, блин, слышу стоны, блин. Кричат, брат, присоединяйся, мир, труд, май. Пролетарии всех стран, давайте будем объединяться, кричат. Я говорю, пацаны, во-первых, я не пролетарий, ну вас в задницу. Во-вторых, говорю, я с вами объединяться не хочу. А в-третьих, говорю, пролетать мне тоже не хочется, нафиг, ну. Поэтому извиняйте, как без меня. О, блин, у вас же скоро новый праздник, да, елки-палки. Че вождь говорит? Будет маршировать, нет, по Красной площади? Не, он сам не марширует, да, только его братки. Да ладно, пацаны, ну нафиг, блин, все это. Смотри, вот тут еще лед, видишь? Блин, если сюда булькнешься вот так вот, да, по пьяни, поэтому пьяными не ездить. Смотри, на снегоходах кто-то ездил, ой, дурики, блин. Туда, блин, 150 тысяч метров, блин, глубина, нафиг. Откос такой, они туда лазят. Так, ладно, ребята, хорош это, ерундой заниматься, побежим домой. Работы море. Я вот сейчас обидел так львиную долю всей планеты. И, ну, думаю, надо прояснить ситуацию. Почему я сказал, ребята, что я не пролетарий, что я не ваш? Потому что я антилигенция, блин. Вы когда вот, простите меня за выкопарный французский слог такой, жопу газетой «Правда» или «Труд» вытирали, мы всегда исключительно пользовались журналом «Огонек». Предварительно разгадав там все кроссворды и угадав все оперы Чайковского и даже все породы дикого голубя, будь то свиясь, ляхирь или горлица или другие. Вот так вот, пацаны, не лыком это самое, блин, шитые, блин. Поэтому пролетайте сами. Зайчики, кто-то скушал мой зайчики тут. Нехороший такой зверь. Смотри, масло везу. Масло везу. Медведь любит масло. Ёлки-палки, смотри, крышка слетела с один ведерка. Ой, блин, вы как эти самые едете, как дурной, никуда не смотрите вообще. Крышка теряете, блин. То, что брызгает немножко на это самое, это хорошо. Мы весь его поливаем, чтобы это, чтобы он не ржавел. Вот это заимка. Эхо как играет, слышишь? Эй, карантин! Сейчас пойдем проверим. Что-то немножко это душа неспокойный. Я там один морозилка большой кулющил дополнительный и бобры туда закидал. А теперь хочу проверить, а может сильно греется или еще что-нибудь. Я его 100 лет не использовал, морозилка. Вообще, пацаны, надо морозилка, не? Нет, много. Вон там, видишь, стоит на углу вот возле контейнера. Там штук 4, наверное. Рабочий сей. Я включал, стакан с водой поставил. Утром прихожу, лед. Так, что, пацаны, еще вам показать? Ничего вам не надо больше показывать. Смотри, еще снег есть. Так, ну-ка на поверку все, собирайся, становись.
Норка, не сюда, маленький. Норка! Ёлки-палки. Да вот, мамка, вот. Так! Рота, равняйся, смирно! Так, уважаемые дамы и господа, спасибо, что вы с нами сегодня. Так, подтягивайтесь, подтягивайтесь. Моя фамилия Соловейкин. Сегодня я вам расскажу, почему нужно ненавидеть пиндосов. У них, оказывается, Йеллоустоун скоро рванет к ядрене матери. И они хотят захватить Россию и там ожить. Но чтобы до Тедова дойти, они пойдут через Аляску. То есть пойдут через нас. И они заберут у вас весь навоз. И не будет у вас скульптур потом никаких. Поняли? Так что давайте будем их это ненавидеть. И глядишь, это что-нибудь получится. Так, к раздаче хавчика приступить. Так, народ очень доволен. Видите, все такие радостные, счастливые. Ковыряются в говне, как и положено. Дислексики что-то ходят недовольные. Тоже сейчас получат какую-нибудь порнографию. Не знаете, когда Йеллоустоун рванет, блин? Завтра или послезавтра? Капец, блин. Я еще это как-то надеялся, что у этой нации хоть зачатки разума есть, блин. А там, оказывается, вообще труба. Смотри, гасконец какой.